А у нас опять постоялец новый. Сегодня вышел во дворе, в садике, там почистить надо было. Вот. И начал возиться, смотрю, что-то шевелится в траве. Подхожу ближе, а это воробышек. Я его чуть-чуть не долбанул лопатой. Чудом, я не знаю, как он, как я его заметил. Ну ничего, вроде вот сейчас кушает, все, слава богу. Ну он уже такой слеток, видимо, с гнезда слетел. Вот, и куда, и родители его, наверное, потеряли. Потому что, ну, обычно, если слеток, то вокруг него родители скачут, щебечат, прикармливают его. А у этого я вот рядом никого не увидел. Вот домой забрал. Ну, Флинт вот здесь мне помогает. Эй. Гнездо обустраивает. Тоже сначала удивился, что за диковинка такая. Смотрит внимательно, когда я его кормлю. Этот уже оперившийся, все, он, в принципе, пару дней уже и будет летать.